снова я, Екатерина Юсупова, руководитель детской студии мультипликации «Аниматика». Сегодня наше 6-е видеозанятие, на котором мы будем лепить из пластилина наших героев. Но сначала вспомним, что мы сделали перед тем, как приступить к этому увлекательному занятию. В прошлом видеозанятии мы с вами отрисовали нашего героя в 4 видах. Это вид спереди, вид сзади и 2 боковых вида, развернутых вправо и влево. И напоминаю, что слепить нам будет необходимо все 4 вида нашего героя, чтобы он мог поворачиваться в разные стороны плавно и естественно. И как вы уже поняли, наши герои должны быть плоскими, так как съемка будет сверху вниз, как изображено на нашей установке, где фотоаппарат крепится на штатив. Теперь мы все вспомнили и приступаем непосредственно к лепке всех видов нашего героя. Для изготовления нашего героя нам понадобится пластилин, стека и эскиз всех видов нашего будущего персонажа. Для того, чтобы все виды нашего героя были одного размера, разделяем пластилин примерно на равное количество необходимых деталей. Начнем с головы и не забываем делать нашего героя плоским. Thank you.
Вот все виды у нас готовы. Также можете сами добавить мелкие элементы, которые дополняют необходимый образ вашего придуманного героя. Вот мы справились с этим заданием. На сегодня все. Увидимся через неделю. Пока-пока!